Будет какая-нибудь джань там с Путин. Альянс. Красный. Я не успел. Интересно, а будут это... Могут так быть, что все, например, пассивки или все автокаст? Наверное, может. Не, прикинь, да? Нет, нафиг паутина, блин, нужна? Вот когда на тебя такие толпы разъедут. Я уже паутину убежал. Убежишь ты, ага. А на КД же это паутина? А? Паутина, я не знаю, я не бежал ни разу. Нафиг она мне... Блин, искать скиллы это тупо. Угловок, где? Когда рандом выдают. Рандом фигню выдают. Да нормально, давай рандом, все. Ну, давай, грузись тогда. Да у меня уже все. У меня ожидания других участников. У меня полностью загрузилось, пишется загрузка. Она не загрузилась, но. Все. Each hero can have up to 7 spells. Все, бери рандомного героя. А я что их собираюсь делать? Только не надо мне какую-нибудь там, я не знаю, бесполезную. Бесполезную. Какие рандомы, да, два брата дебила, я не знаю, которые сбежали из цирка уродов, я не знаю. Блин, у меня... Нормальная ульта у меня. А, это починение, волна силы, магический огонь. У меня проклятие, пронзающая смерть, стадо ящериц. Я согласен, на такие скиллы, в принципе. Блин, где пронзающая смерть, у кого? А волна силы у кого? А, я нашел пронзающую смерть. А она сделала у кого? Волна силы у этого же траля, который наверху. Слева, снизу. А, ну вот чё уставился? 10 секунд. Ладно. Давай там быстрее. Блин, у меня говно все, у меня пассивки одни. У меня только он холи аура и атрибут бонус. А, ну хотя у меня доспехи веры, но они... Блин, такой коротышка. Чернобыльцы. Чернобыльцы, коротышка. Убью! Он как по морде лупит, да. И все. Чернобыльский коротышка, да? Так, мини-завод. Надо это в цитатник записать. Да. Блин, мини-завод производит раз в, я не знаю, 20 секунд одного резака. Нужно больше золота. Так, чё бы купить? Доспехи веры, смысл. Бесполезно. Давай. Так, куда я бежал? Иди нафиг. Сейчас вообще урона не вижу. Так, кто там? Два стрелка. Ладно. Чернобыльский коротышка, что там? Я тупо сделал. Блин, куда столько пассивок? Чё за хардлинс? Гарден, скин, ты чё, атаки, юниту, фигня. Нужно больше золота. Это же не такая уж фигня. Да блин, нафиг мне доспехи, блин. Замка. Чуть не гучил, не купил. Да запарил ты, а. Да не бей ты меня, давай я тебя буду бить, а. Я тебе все-таки прынул ножичек. Ладно. Изи. Ты что сделал? Волна силы. Меня сейчас порешают. Вот те ножички у меня, значит. Блин, они не призывают, блин, никого. Ну раз 20 секунд, если. Да мне уже не надо будет ничего через 20 секунд. Вот. Здрасте. Какая фигня тут.
бы. Ну, пока ты добьешь, я посмотрю на 20 уровне. Он каждые 4 секунды будет призывать. Ты его прокачай лучше. Он так бесполезен. Я понял. Зигандевый мильдевальд. Что там у тебя? Чего? Понял. Так. Тра-та-та-та-та-та. Где он? Понял. Так, огненный дождь теперь нужен мне. Ага. 15 левел. Ну чё, уставился? Ладно. Понял. Блин, а это чё за хрень? Блин, нафиг я это сделала? Ладно. Что ты сделал? Забей. Солю завод свой. Не успеешь. Насрать вообще. Он даже в тебя огорчился. Ну чё уставился? Нужно больше золота. Все. 20 левел. Что там у тебя? У меня уже вторая способность 15. Убью! Ты за. Зря какая армия роботов зато, трансформеры. Фигня, они будут сливаться потом. Бесполезно. Армия. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Так, стады ящериц. Ящер, ящер. Стады, стады. Я могу, в принципе, ну, купить. Ну чё уставился? Так. Была, не была. Понял. Ладно. Ты задолбал уже. Это пока я пишу. Так, ты плохой слуга. А если я применил подчинение на босса, он будет моим? Нет. У них ловак, наверное, там. Там, так у меня 99-й. А, максимально. Вау. Попробуй. Блин, глюк вызовешь, наверное. Ну чё уставился? Да. Браток, мне нравится тебе. Мне не нравится, когда меня. Ладно. Опа. Ладно. Понял. Что нужно? Знаешь, как тут эта проблема решается? Когда я починяю юнита, умирает, создается его копия, и он умирает, вот, вражеская. Я враги! Блин, проклятие, 100 маны жрет, не жирно ли, а? Так, ты не прокачал. Мне бы сейчас не это качать. Ну чё уставился? Что нужно? Что там у тебя? Ты видел, я какой баг сейчас вызвал? Нет. Я убил своего, и мне дали ещё голду. Типа я третий. Да ну иди нафиг, а. Делись.
80 голды много, что ли? Что там у тебя? Ну чё уставился? Чего? Дождиком капал на себя. Блин, что у тебя за сирена там? У тебя как будто, я не знаю, адская кухня там. За окном. Это Интерпол меня выслеживает. Нужно больше золота. Ну чё уставился? Что там у тебя? Ладно. Что за хрень? Я не кусаюсь. О, это хорошо. Ну чё уставился? Я тебе забрал 20 камней. В смысле? Ну вот видишь, я 20, первое и второе занял. Блин, они начинают меня сосать. И умирают. Это хорошо. Что там у тебя? Видишь, ты третий завершил, хотя нас двое всего. Я ничего, я хотел на того юзануть, я тебе серьезно. Да, да, да. Я и не успел так быстро. Нужно больше золота. Понял. А ну-ка. Смотри, босс захватил. Он тут будет теперь торчать. Яйцо, может, заберешь? Ладно. На, на, на. Ладно. Блин. Ну чё уставился? Где эта тупая кожа каменная? А, в миск спеллах. А. Так, прокачаю-ка я подчинение. Ну чё уставился? Жалко, я тебя себе не могу подчинить. Теперь у меня есть босс. Урон вообще не уменьшил. Нафиг ты его подчинил, а? Забавно. Радикальное решение проблемы. Ну чё уставишься? Он тебе ничего не может делать. Кстати, а книга так до сих пор не работает, это да? Я не смотрел. Что там у тебя? В принципе, у меня все скиллы нормальные, поэтому я не... Понял. Ну, ты понял. У меня вообще говно вообще. Нужно больше. Так, ну, мини-завод, а паси... Что там у тебя? Пронзающая смерть тоже нормально. Так, парень. Так, бухло народ. Что там у тебя? Так что у меня не... Ладно. Блин, теперь жалко нету этого Марина. Понял. То ли у меня какое-то слово, он на них поворачивается, но не бьет. А, он их проклинает, лал. Запарил ты, а сражайся, дебил.
ты, да ну... Ты говоришь бесполезная позивка. Ну, вот я сейчас вкачал. Открой, ты не бесполезная позивка. Далеко не бесполезная. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Уставился! Блин, тут без... это божественный щит, такая бесполезная фигня, 20 лоу всего на 8 секунд делать неуязвимо. Хотя нормально, в принципе. Блин. Понял. Ладно. Убью! Блин, меня зажали. Еще что убьют, значит. Ну чё, уставился? Понял. Да нахер бесполезный скилл. Убью. Все, моя волна силы стала бесполезной. Да блин, сливай мне уже. Блин, мне осталось качнуть. Нам надо дожить до 20 раунда, чтобы топорик получить. Или самому купить. Понял. Нужно больше золота. Ну чё, уставился? Ладно. Что там у тебя? Так, у меня почти все вкачано. До максимума только аура осталось. Ну, у меня тоже, у меня 20-й. А вот что мне вкачано. Вау. Ладно. Amazing. Ну вот эту карту на стриме надо. Тут вон сколько слотов, смотри, да. Все равно то взаимодействие с игроками почти минимальное. Ну и что? Нужно больше золота. Ну чё, уставился? Ладно. Мне тоже. Нужна древесина. Что там у тебя? А чё сейчас на что тратить голду? Кабины, шмотки. Это которые в первом магазине? В артефактах. Что там у тебя? Да иди нафиг, а. Тебе урон. Ну чё, уставился? Ладно. Порву!
шкилку везану. У меня тут восстание черепах. Ой. Черепах. Черепашки Низи с нами. Которые нифига не черепашки. Что там у тебя? Ну чё уставился? Нужно больше золота. Что там у тебя? Понял. Ладно. О, мишки. Понял. Изи. А. Ты чё, умер? Угу. Окончательно? Ты крест просрал. Крест. Ну а. Чё уставился? Понял. Блин, ты чё творишь, а? Что там у тебя? Ну всё, вот мои скиллы стали бесполезными. А у тебя пользы больше. Ладно. Ну чё уставился? Блин, какие там шмоты вообще нормальные? Ну, броня на урон, который ещё. 10к, что ли, которые? Да. Что там у тебя? Понял. Чего надо? Понял. Изи. Понял. Ладно. Убью. Нужна древесина. Что там у тебя? Да. Я тебе сейчас сам ударю. Смотри, урон не наношу. Что там у тебя? Да иди нафиг, а. Ладно. Понял. Что? Как они меня сейчас слили? Ты чё, умер? Да, я не понял, какого-то... Ладно. Воу. Ну ты даешь. На них подчинение нельзя использовать. Я их за ноги сдох. Чё за фигня? Чё за бред сейчас был? Я их за ноги подчинение и... Все, теперь это не наполнено смыслом или воем. Отряды сейчас. Скоро и скиллы тоже будут говно. Против дряда, да.
10к. Кстати. Что? Тебе от меня небольшой подарок. Где? Вот. А. Завози его. Я думал, блин, гидролиск. Вот хз. А, ну быстрее, а, го уже. Блин, он блочит заклинание. Он щит какой-то тупой ставит. А, за. Под. Я бы просто, наверное, захватил огра, применил бы на своего горячей кровожадку и убил бы босса. А вот это... Теперь буду тебе дань. Тебе тоже, что ли, 300-200? 600. 600 тебе дают? За что? Потому что я король-дич. А ты нет. Не больно ты и годилась. Не, даже тебя не бьют. Что-то урона никакого. От кого? От твоих черепашек. Блин, дерьмо. Титаны бьют. Те же, вампирка. Так, еще немного. Волны не слиться. Мне кажется, просто их неэффективно это говно будет. Хотя, нормально. Здесь вот, ну, вот, да, вот, вот. Все. Царь, как побеждать надо, за. Да, 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 конечно. Там баг был, это я ничего не знаю. Меня убило из-за того, что я за ним починила на черепаху. Майстро. Блин, зачем так сделали, а? Ну, такой искусственный тебе. Да?
подумал, почему бы мультишот просто не качать? Что за мультишот? Ну, по нескольким целям быть. Для ближников тут... А где он там? Работает. А, ну, это скилл отдельный. А. В пассивках. Мультишот, 6 дополнительных целей. Нормально. Лал, можно еще раз рандомные спеллы купить? Они не купятся. Там требования, чтобы у тебя скиллов не было. А, за. А, точно, за. Что? Это что такое? Мой скилл не юзанулся, отлично вообще. Блин, да это что такое, а? Толпа разъяренных. Блин, они не восприимчивы к магии, что ли? Блин, да это трындец вообще полный. Как их сливать-то? Хватит ходить. Да они меня сейчас убьют. Все равно. Да вообще жопа. Убит герой наших союзников. Убит герой наших союзников. Как против всех сражаться-то? Это что, разъяренные скалы? Так, а почему мы оба остались в игре? Ну, мы типа смотрим. На кого? На меня не играющего. Вау. Ну это все, нафиг, клеваем. Че? Просто раунды проходят сейчас. Видишь? Ладно, никто не наспал.